Здравейте, дами и господа! Аз съм Савелий Тимохов. Вие се намирате на канала България Микс. Днес темата ще ни е популярна и, за съжаление, много ужасна. Коронавирус. Нека ви разкажа какво става изобщо в България относно коронавируса и като цяло в Пловдив. В България е извънредно положение. Навсякъде, почти във всеки град, почти всеки магазин е затворен и изобщо всяко място, където могат да се съберат хора, всичко е затворено, за да се избегне повече заразени от този вирус. Относно Пловдив, тук се събират доброволци за помагане на хора, на възрастни, на инвалиди, които не могат да се справят сами вкъщи и затова са доброволците. Също така, както ви казах, магазините са затворени почти всички. И по вечерта ще дезинфицират всяка улица с специално лекарство, нали, да няма още заболяване. На даден момент, ако не се лъжа, 41 човека са подвластни на коронавируса, но бъдете спокойни, всичко ще се оправи. Не бъдете паникьосани, това е най-важното. Дорогие друзья, с вами Савелий Тимохов. Как вы уже поняли, тема коронавирус. В Пловдиве будут дезинфицировать улицы лекарством специальным каждый вечер, насколько я понял. Магазины все закрыты почти. И вообще Болгария в чрезвычайном положении, как, наверное, почти любая, наверное, страна. Я не особо знаю эту тему. Просто соблюдайте правила, какие-то личные гигиены, мойте руки и так далее. Ну, вы можете ознакомиться с списком в интернете. И вообще, вам удачи, здоровья самое главное. Насколько я знаю, зараженных коронавирусом в Болгарии сейчас около 41 человека. Это достаточно много, но просто не паникуйте, все нормально. Короче, здоровья и удачи. Также хотелось бы отметить, что работают несколько видов магазинов. Это те, которые продают еду, воду и какие-то основные продукты, а также магазины, которые продают всякие вещества, например, стирательный порошок. И третий тип – это аптеки, конечно же. И вот я переместился уже на главную улицу, и давайте покажу, сколько на ней людей. Ну и вот, давайте я вам покажу ужасающую картину. Сейчас воскресенье. Народу просто раз-два и обчелся. Один-два человека на всей главной улице многовекового Пловдива, только представьте, воскресенье. Вот, раньше все бы это гудело от народу. Мы все знаем, что Пловдив один из самых старых городов во всем мире. Надеюсь, он переживет и коронавирус. Просто посмотрите, все пустое, вся главная пустая. Ну а с вами был Савелий Тимохов. Скоро ждите просто такое видео. Вы вообще офигеете. С вами Савелий Тимохов на канале България Микс. До скорой встречи. Пока!